Корней Чуковский, телефон. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да, путов так 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил: «Мой милый, хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и Татоше. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели, и ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош». А потом позвонили зайчатки: «Нельзя ли прислать перчатки?» А потом позвонили мартышки: «Пришлите, пожалуйста, книжки». А потом позвонил медведь, да как начал реветь, да как начал реветь. «Погодите, медведь, не ревите, объясните, чего вы хотите». А он только: «Му, да му, а к чему, почему, не пойму, повесьте, пожалуйста, трубку». А потом позвонили цапли: «Пришлите, пожалуйста, каплю. Мы лягушатами нынче объелись, и у нас животы развалились». А потом позвонила свинья: «Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем соловьем чудесную песню споем». «Нет-нет, соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону». И снова медведь: «А спасите моржа, вчера проглотил он морского ежа. И такая дребедень целый день, динь-ди-лень, динь-ди-лень, динь-ди-лень. То тюлень позвонил, то олень». А недавно 2 газели позвонили и запели: «Неужели в самом деле все сгорели карусели? Ах, умели вы, газели, не сгорели карусели. А качели уцелели, вы б газели не галдели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели в самом деле все качели погорели? Что за глупые газели? А вчера поутру кенгуру: не это ли квартира мой до дыра? Я рассердился, да как заору: нет, это чужая квартира. А где же мой додыр? Не могу вам сказать, позвоните по номеру 125. Я 3 ночи не спал, я устал, мне бы заснуть, отдохнуть, но только я лег. Звонок, кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда, бегите скорее сюда. В чем дело? Спасите. Кого? Бегемота. Наш бегемот провалился в болото. Провалился в болото? Да. И ни туда, ни сюда. А если вы не придете, он утонет, утонет в болоте. Умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу, бегу, если смогу, помогу. Ах, нелегкая эта работа, из болот тащить бегемота. Что?